have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Нам в эту сторону? Нет, нам в другую. А тут тогда что? Или я отсюда пришел? Почему мне каждый раз оно сбрасывается в первоначальный вид? Стазис. О. Я не помню, откуда я пришел. Честно скажу. Ладно, пойдем. А нам сюда. Так. Я забыл кнопки. Так, F. F это, ага. Кинезис, хорошо. Ясно, понятно. Вот для чего кислород. И что мне с этим делать? Обалденно, кстати. Надо было все-таки качать костюмный кислород, но кто же это знает? Говорю, ну, если бы я знал, когда это случится. Ой, тут есть шифт. Тут уже есть кислород, хорошо. Zero gravity. Так, use boots and suit thrusters to navigate zero gravity. Z, take off inland. А, так нельзя. Можно стрелять, но... Твою за ногу, а чё так страшно? Не туда? Надеюсь, что туда. Там, не сюда. Что я мог тут еще забыть? Ящичек я взял вроде. Не надо на меня орать. Там какая-то зеленая фигня наверху лежит. Может и не лежит, ладно. Still holding this position. What's happening there? Did you find Nicole? No sign of her yet. But I found some hydrazine that should work on the barricade. Just need to find a shock pad. Okay. Work fast, Isaac. Work fast, Isaac. А мне дальше просто возвращаться. Entering zero gravity. Ну тут одно было. Блин, и лута из него не получше. Потратил патронов много, потому что плохо было стрелять издалека. Отвратительно. Ладно. Че у нас вообще по патронам? Я же еще продавал. Но с другой стороны... Так, 74... С другой стороны, у меня есть еще винтовка, про которую я забыл. Ну, так называемая винтовка, я не знаю.
Надо будет ее, кстати, под... Давайте мы ее потестим. У нее наконец-то появились на нее запасные патроны. Погоди, а куда мне? Мне туда. Офигеть, как это стало сложно. Так, тут мы подзаряжаемся. Сюда? Сюда. Я на самом деле потерялся. Мне это не понравилось. Ударило. Вообще офигенно получилось. Ну вот. Это. Не знаю, мне пока что не очень понравилось. Это винтовка. Не, ну, возможно, и монстр, кстати, был такой упитанный. Не сюда. Схема. Перенеси в магазин, чтобы открыть. Ладно, схема, это интересно. Вылезешь, не вылезешь? На самом деле вся эта фигня с гравитацией раздражает меня гораздо. Тут второй. Я же сказал, что вылезет оттуда, ну вашу за ногу. Бесит. F. F на одну восстанавливает. Это неприятно. Значит, аптечек у меня реально мало. Мне туда, понял. А вот это место, все, я понял. Тут нужно будет сохранить туда. А не, погодите, это, да, это что место? Это то место. И теперь туда. Так, сохранимся по любасу.
кстати, ребятки, интересный факт номер 238 про Dead Space. 1 минута геймплея в эту игру занимает 1 гигабайт места после обработки. Вдруг кому-то было интересно такое. А птичка у меня сколько? Осталась последняя, которую мне, кстати, использовать. И, в принципе, все дела, да? Отлично. А птичек мало, на самом деле, дают. Я ж не знаю, то ли мне предлагают их покупать, то ли... Так, все... Но вот эти вот вентиляции, ну это же потенциальные выходы для этих тварей. Если они не срабатывают сейчас, значит они сработают потом на обратном пути. Или еще что-то такое. Impelling throwing. Это для чего мне сейчас? Hazardous anomaly detected. Quarantine activated. Вижу. Это еще не все. Ну. Патрона. Так, и куда мы? Зачем мы? Нам туда, я понял. Будем еще вылазить? Будем, конечно. Куда же без этого? Правильно? А лифт работает. Карантин, конечно, карантином. А, если ему две ноги отрубить? Хилок вообще нету. Почему? Почему при карантине было светлее? Так, ладно. Тут у нас... О, у нас есть бенч. Минучку, на мне нет, по-моему, да? Можно схему принести на бенч. Да, мне нету нодов. А схема... Мне теперь интересно, пропустил я где-то шайбочки или нет. Зря я вылечился. Я, по-моему, большую аптечку заюзал. Ладно, у меня full health, но... Схема стазиса. Это на улучшение стазиса. Мне туда. Значит, я пойду еще осмотрюсь. Подождите. А, можно было их замедлять. Блин, я постоянно забываю про эту опцию. Никол?
Я взял аптечку. Да, у меня есть одна большая аптечка, хорошо. Personal log, Dr. Nicole Brennan. With medication and zero G therapy, patient Harris is showing improvement. Ну-ка. If this continues, there might be hope for the others on Aegis 7. However, Dr. Mercer continues to interfere. He claims Harris's delusions are religiously significant. If I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patient over unitology bullshit. Not again. Tracking Rig signal. Dr. Nicole Brennan. Ну-ка, где? Rig location? Inconclusive. Manual rig tracking is available. Неизвестно, где она, понятно. Текстовый. Ясно. Ну, это же все у них происходит, помешательство вроде как на религиозной почве, хотя это, насколько я понимаю, насколько я помню, обелиск внушает. Ну, опять же, это мои такие поддогадки, потому что я ж не проходил. Это то, что я знаю про игру, но не то, что знаю наверняка. Так, нам... О, это можно взять. Может, поверху еще, кстати, прокатиться? Ну-ка. Я ж там не был, когда там карантин рубили. Я ж, может быть, не все обыскал тут. Да-да-да-да. Шепоты, шепоты, шепоты. Иди нафиг. В общем, нужно, наверное, не стесняться и подмораживать их. Я что-то... Ну, мне явно туда надо. Как? Я пока что не знаю. Сам я лазить по этой вентиляции не умею. Push security. Simulation therapy. Так, no power. Я понял. Там не доступ нужен, там нужно именно... Ага, видите, это из той комнаты. Значит, там будет какой-то другой. Угу. Скорее всего, вход будет... С той стороны. Да, видите, там даже дверь открыта. Окей, значит, поехали дальше. На французском. У меня заканчиваются патроны на катер, неожиданно. Ну да, это был большой файт, ну, относительно большой. И... Вдруг у меня мало патронов на катер. Я, наверное, похожу немножко с винтовкой. Так... Печально, что у меня нету шайбочек больше, я бы прокачал бы себя сейчас что-нибудь. Ладно, кислород, значит, это важная штука. И он нужен уже сейчас, не когда-то там теоретически на потом, а сейчас. Что это было, простатик? Welcome to biological. Простатик, да, это протезная. Оп-оп-оп, дети, да, это... Значит... Маленькие утырки. Маленькие и быстрые утырки. Так, Security Entrance 3. Когда бы я уже его получил, хотя бы второй. Измельчать. До кашеобразного состояния. Что у меня по патронам? Много патронов на них уходит. И это при том, что это было относительно не спеша. Почему у меня так мало аптечек, когда я нахожусь вроде как... Скотина. В медлаборатории. Так, почитали.
Главное не терять голову, дружище. В смысле, их тут было два? Я же, кстати, забыл на того внизу наступить. Да? Поехали. Нифига не жаль вернуться, потому что из него могли патроны вывалиться или что-то такое. Я забываю, что на каждого из них надо наступать. Скотина, ладно, этот пустой. Блин. Да. Но на мелкие быстрые цели винтовка, она прям предпочтительнее. Пока что с ней похожу. Тварюка вылез прям такой. Здрасте. Я вижу наверху. Я вижу наверху вентиляцию. Смешно, смешно, ребят, смешно. Мне сюда? Конечно. Shower. О-о-о. Вот это место. Все, я понял, как мы здесь оказываемся. Шайба. Да. Отлично. Daniels isn't answering her rig link. What's your status? I found a shock pad I can use on the barricade. I'm heading back there now. Watch the voltage on that pad. I'm not losing anyone else. Как скажешь. Not losing, так not losing. Нам туда, хорошо. Я слышу, что сзади тоже идет. Меня все равно ударило твое. Бесит, что ты стреляешь вроде как по одному, а ну типа попадает все равно уже по трупу или по-другому. Давайте сохранимся. Его нафиг. Да. Так, теперь нам вон туда. Ты оптимистично полагаешь, что эти стекла выдержат. Ну да, они выдержали. Ну ладно, чё, чувак, ты инженер, тебе видней. Нафига ты сюда вылез? Так, что у меня по патронам? 36... Блин, надо винтовку брать. Remember, when you reach the morgue, find Captain Mathias's body. Get his rig codes, and the computer's all ours.
Security clearance required. В смысле, у меня даже первого нету? Плазма катер. Ну блин, вот это бесит, то что надо. Security, мы уже делали первый, второй, третий уровень доступа. У меня ничего из этого нету. Что, конечно же, печально. Ящички в темных углах. Тут что нужно? Какой уровень? Первый. Ну, значит, вы мне должны его когда-то дать, ребят. Ну, нельзя так. Power cells to improve, to remove the battery and ensure the power will be using. Ага, понял. Я пропустил, да? Ну хорошо. Отсюда уже что-то вылезло или влезло. Батарейка нужна сюда. Ладно, похожу пока что с этим вот. Минуточку, а ты у нас? Ты у нас просто так. Хорошо, тогда переставляем. Где оно было? Вон оно там. Нет, не там. Вон там. Переставляем, и получается, мы перемыкаем и вытаскиваем батарейку отсюда. Shower. Emergency. А, я понял, мне нужно. Нет, не то. Ты все? Medical log, Dr. Nicole Brennan. So much for being paranoid. I repurposed this room to run counseling sessions without unitologists interfering. Now it's the only place I feel safe. I recovered a limb after yesterday's attack. Genetically, it's human tissue with bizarre mutations. But it's just a sample. It's not enough to figure out a cure. I need. Wait, where's that report from engineering? Here. The engineer has pulled something out of machinery. Limbs missing, torso intact. Okay. Time for a real autopsy. Но погодите, это мне не помогло никак. А, это запускается заново, я понял. А... а как так? Так, погоди. To remove the battery, ensure no power is being used. On the circuit breaker. Убедись, что ничего не работает. Ничего не работает. А, просто выключить. Понял. Это было проще.
Где оно? Сзади вижу. Естественно, они ж в полной темноте нападут. Отвратительно. А вот это можно было все подвинуть. Так. Читаем, ребят. Мне не нравится, что у меня нет аптечек. Мне не нравится, что они так на меня напали. Прибежали, понакидались. Да ну, блин. Да свали нафиг. Мне также не нравится, что все это делается исключительно через прицел. Так, F. Да, F-ка у меня больше нету. Ну, отлично. Убьют, так убьют. Что у меня по патронам? Винтовка, не знаю, мне показалось, она только против мелких хорошо идет, против крупных она в максимальной степени бесполезна. Ну что, она им вообще ничего не делает. Это нужно прям пилить, 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 чтобы что-то случилось. Игра, дайте мне аптечки хотя бы. Кстати. Да, давайте я заряжусь. Не знаю, как оно мне понадобится, не понадобится. Мне, по идее, их нужно было как-то замедлять. Иди сюда, говна кусок. Где малое? Ну, отвратительно, ты на него только наводишься, оно моментально маневрирует из-под этого, и патронов на него надо много, короче, не знаю, мне не понравилось. Вот это сочетание, оно прям некрасивенько вышло. Не туда, туда, пойдем. Я понимаю, что было рассчитано, что я за ним погонюсь, чтобы поскорее его убить, поэтому на меня потом вылезло что-то большое, окей, это было логично. Но мне не нравится само поведение вот этих вот малых. Так, пикап и сразу же вылечусь. Не хочу ходить полуубитым. Мне туда. Ну давайте я схожу сюда, тогда гляну. Может быть, тут что-то интересное будет. Может, на меня тут, конечно, и выпрыгнут. Я практически уверен. Смотрите, вон та вентиляция, она прям на меня так и смотрит. Мимо. Чудом урона избежал. Mercer, it's Terrence Kine. You were in surgery, so I left this with Warwick. He'll be discreet. I just got
got the latest report from Aegis 7. The situation's worse than Captain Mathias will admit. 40% of the colony's population is now showing symptoms. Depression, hallucinations, more violence. People are dying down there. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. Okay. Mercer, maybe I was wrong. We need answers by any means possible. That patient, Brent Harris, might be our last hope. Security request retrieved. He left me. Mm-hmm. I woke in the dark with them scratching in the walls. Scratching like rats. And you will lock me in with them. Fuck it. I'll cut them out. I'll cut them out. I'll cut them out. Их вырежу, вырежу, вырежу. О! А это разве не... Это что, доктор-психопат или что? Это было максимально ни к чему. Это было максимально ни к чему. Я вижу там сохранение. Я вижу тут деньги. Слушайте, что-то мне кажется, или давно магазина не было? Морг. Морг, морг. Так, ладно. Сохранение перед моргом. Давайте туда. Так, а почему вот это закрыто? Это где у нас? Погоди. И... Это просто закрытая комната, туда по-другому никак не попасть. Там, кстати, на... видели, кислород был. Он же не просто так. Если там есть кислород, значит, когда-то он в этом пространстве, помещении понадобится. Тут у нас есть стазис. О. Все это крайне подозрительно. Ну, уж не говоря о том, что мы тупо идем в морг, и ничем хорошим это не может закончиться. Хилки бы побольше. Ничего не хватает на самом деле. Хилок не хватает. Они... Я не знаю. Ну, игра поступает крайне подло зачастую. Не то чтобы это сделано в угоду саспенсу, в угоду хоррору. Да, я это понимаю, для того, чтобы создать напряженную атмосферу. Но в то же время именно со стороны геймплея оно прям как-то, не знаю, создает двойственное впечатление. Вроде как и да, а вроде как и нет. Ладно, ребят, пишите, что думаете. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.